Меня зовут Елена Парадец, я психолог, танцевальный терапевт и фитнес-тренер. И сегодня я хочу немножечко рассказать о том, о чем я вообще могу быть вам полезна. Психологов огромное количество, фитнес-тренеров тоже, в общем, хоть отбавляет, да? И я хочу рассказать вот о чем. Я работаю с разными людьми, и мне встречаются люди с очень разными жизненными установками. Есть такие люди, которые считают, что всем, у кого есть деньги, просто очень повезло в жизни. И такие люди, как правило, занимают позицию жертвы. Есть люди, которые сознательно занижают свою планку и думают, что чем меньше амбиций, тем меньше разочарований. Но думая так, вы отказываетесь от большого куска очень интересной жизни своей и от той жизни, которую вы действительно могли бы прожить. И неважно, кто вы, хозяйка ресторана или Золушка, в любом случае ваши жизненные установки, они влияют на то, что происходит в вашей жизни. И одна из специфики моей работы – это как раз работа с негативными установками. Что мы делаем? Мы, по сути, перезагружаем ваше восприятие мира. И создавая сами себе новые позитивные установки, вы не просто начинаете в них верить, а я еще помогаю подобрать вам правильную стратегию внедрения этих действий в жизнь. То есть это может быть избавление, например, от излишнего перфекционизма или подходить девушке, которая хочет познакомиться и удачно выйти замуж. Поэтому в данном случае я считаю, что моя уникальность и моя полезность для вас как эксперта может быть заключаться в том случае, если вы хотите достичь гармонии с собой в любой сфере вашей жизни. Обращайтесь.